Пугачева перекрыла кислород или как Лада Дэнс провалилась в карьере. В 90-е певица выживала со сцены всех неугодных, кто мог препятствовать ее лидерству. Лада Дэнс быстро заработала свою популярность у зрителей, но, к сожалению, также быстро и потеряла ее. Расцвет славы певицы как раз пришелся на то бандитское время, когда в шоу-бизнесе тотально главенствовала Алла Пугачева. Тогда она и перекрыла кислород всем неугодным певицам. Известно, что женщина имела связи с криминальными авторитетами того времени, чем с удовольствием пользовалась. Так Примадонна разрушила карьеру Ветлицкой, Распутина и Лиги Стар. Не исключено, что Лада Дэнс также провалилась в карьере из-за Аллы. Стремительно растущая популярность певицы могла помешать Пугачевой. В практике Примадонны такие случаи были сплошь и рядом. Тем не менее, без них Алла могла бы не добиться тех высот, что имеет сейчас. Лада Дэнс нравилась большому количеству публики, а это не могло не задевать самолюбивую Пугачеву. Так или иначе, неудавшаяся певица теперь вынуждена скитаться по различным шоу. А на музыкальные премии и торжественные выходы ее никто не зовет. Алла Пугачева в это время живет в замке и является главной королевой сцены, который год. Победитель очевиден.